Актриса Анна Михалкова высказалась по поводу ситуации, которая возникла вокруг фильма «Текст». Артистка понимает, почему зрители начали травить Кристину Асмус из-за постельной сцены, при этом не обвиняет ни ее, ни создателей фильма. По ее мнению, в России нет традиции культуры изображения обнаженного тела. Это направление никогда не было развито, чего не скажешь о Европе. Поэтому, когда зрителю показывают российского артиста голым и в подобных сценах, он видит не героя фильма, а самого актера. Михалкова с сожалением отметила, что в России не могут дистанцироваться от человеческого фактора. Кроме того, она заявила, что не согласилась бы сыграть в подобной картине, но только потому, что этот жанр ей не близок.